Первый и пока в последний раз военный парад частей национальной армии проводился ровно 10 лет назад, когда Молдова отмечала десятилетие со дня независимости. В этом году решение о проведении парада принято исполняющим обязанности президента. Сегодня же глава кабинета министров проверил, как идет подготовка к этому важному, по его словам, для страны событию. Провести этот парад необходимо. Дело не только в символичности. Думаю, с этого года мы ежегодно на День независимости будем проводить военный парад. Мы государство и должны иметь все государственные атрибуты, в том числе и такой парад. Премьер-министру показали часть той техники, которая 27 августа выйдет на главную площадь молдавской столицы. По словам военных, всего в военном параде примет участие 65 машин, в том числе 11 единиц бронетехники, среди которых БТР-80, БРДМ и многое другое. Это техника из состава национальной армии, никакого резерва нету, она с воинских частей. Мы выбрали те, которые будут двигаться и будут показывать хорошую демонстрацию на параде. Сегодня же Владу Фелту показали первые репетиции по изучению нового строевого шага. По словам военных, новый строевой шаг национальной армии похож на строевое дефиле войск Франции и Румынии. Срок службы был с 2 лет до 1 года. Значит, этот шаг более усвояем, он более легок для, с точки зрения физического и с точки зрения эстетического для усвояемости солдат. Вы когда в армии служили, в парадах участвовали? Участвовал. И как ощущения? Было, чтобы знали, что это не так легко. Это когда со стороны смотришь, вроде бы легко. Это означает кропотливый труд, и я превосходно понимаю ребят, сколько нужно трудиться и терпеть. И я не имею в виду только погоду. Первые репетиции всех парадных расчетов, как военных, так и пеших, начнутся уже в ближайший понедельник. Евгений Маньковский, Влад Карабан, сегодня в Молдове.